Добрый день, уважаемые подписчики канала Центр Магнитол. Вашему вниманию сегодня представляем автомагнитолу Unison на базе процессора S400. 8 ядер в процессоре, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта внутренней накопительной. Экран 10 дюймов. Устанавливается вот через такую переходную рамочку. Кстати, это автомобиль Chevrolet Captiva 2014 года. Переносятся по штату дефлектора воздушные, блок с кнопками и часами. Дополнительно в этом автомобиле мы установили камеру заднего вида. Включается в автоматическом режиме при включении задней передачи. Главное, чтобы было включено зажигание или автомобиль работал. Камеру мы поставили широкоформатную, угол обзора 170 градусов. При включении парковки или драйва включается предыдущая программа. Полностью поддерживаются кнопки управления мультимедиа с руля. Такая вот красивая рамочка. Подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе последних новинок автомагнитол Unison. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем до встречи. Пока-пока.